Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Черепашки-ниндзя-легенды». И начнем мы с вами с турнирной арены. Я в Лиге Сёгунов 3 звезды, ранг у меня 48. Сегодня попытаемся перейти в Лигу Мастеров 2 звезды. Будет тяжело, но попытка не пытка. Так, ну что, Мария, Петро. Я возьму, наверное, здесь Марию. Да, будем начинать с нее. Так, железноголовый, подожди пока, не суйся. Значит, здесь максимальный уровень мы видим 68. Поэтому будем предельно аккуратными. Возьмем вот так. И, наверное, еще кого-нибудь для подстраховки. Слушай, я думаю, здесь вполне даже сгодится нам Рахзар. В общем, короче, сейчас делаем вертушку от Леонардо. Смотрим, сколько у них здоровья. Самые противные, это, конечно, массовики. А это у нас кролики. И... вот этот Рокстеди, который может использовать огнемет. Ну-ка попробуем. Так, ну что, у Лео неплохо получилось. Давайте тогда мы сейчас добьем с вами кроликов. Ой-ой-ой-ой, так, отлично. Ну, а Майки у нас, как всегда, ребят, уходит в инвиз. Я не знаю, почему, он мог бы, конечно, наверное, с полтычка уложить Тимми. Ну, раз он так решил, его дело, давайте его тогда просто-напросто сейчас забомбим. И будет у нас с вами идеальная победа. Как говорится, неплохое начало. Идеальненько все прошли, три звездочки. И мы с вами получаем все кубки, что немаловажно. Так, какая позиция у нас сейчас? 34-я, то есть где-то нам еще 3 боя придется сделать. И боев, наверное, 10, это в Лиге Мастеров. Ну что ж, будем по максималке с вами брать Любовь, No Name и Бриджит. Возьмем, наверное, с вами... ага, Бриджит. Давай-ка возьмем Бриджит. Откат по Лео. Ага, откат по Лео. У нас, ребята, с вами закончились телепорты. Точнее, откаты. Так, давай-ка мы с тобой приобретем. Сколько здесь можно взять? Ну, давай 10 штучек. И, кстати, у нас задание же еще, да, есть? Сразиться... в сложных боях. Секундочку. А почему бы и нет? Мы с вами искали на зэка. А, у нас все найдено. Нам только нужен мутаген. А что здесь нам не хватает? Нам не хватает 5 магнитофонов, да? Давай-ка попробуем найти их. Один есть. Давай попробуем второй вытянуть. Отлично. А как насчет третьего? Шикарно. Их нужно 5, да? Значит, остается еще 2. О, заодно и мутагенчик с вами здесь позарабатываем. Немножко. Да елки-палки, что такое? Что это за дела, я спрашиваю вас, а, ребят? Не хочет выпадать. Вот портрет короля с удовольствием выпадает, да? А видеомагнитофон, к сожалению, нет. Сопротивляется, да? Давай-ка еще. Отлично, друзья. С видеомагнитофоном мы с вами разобрались. Дальше нам нужны... кружки вот эти вот. Давай попробуем. Так, отлично. Одна в копилку упала. Вторая. Так, а нам пицца-то не пригодится ни под что. Давайте-ка, ребят, пока притормозим коней. Тут у нас как раз выполнено задание. Уже 15 откатов. Так, поднять уровень персонажа. А кого мы можем поднять? Нужно потратить как можно меньше мутагена. Слушай, давай-ка мы, наверное, с тобой проапаем. Ну вот Рафаэля, предположим, да? Видение. Сколько там? Вот, 1900, как раз подходящий для нас. Давайте теперь заберем весь реворд. Шикарненько. Слушай-ка, а может быть нам, пока мы с вами не накопили мутаген, пойти и сделать испытание? Ой, какая красота, ребята. Усаги против мощи. Хочу посмотреть, что у нас вот здесь, вот в платиновом. Так, 70 уровни. Да елки-палки, ну посмотрите, а. Ну вот, вот надо так мне подпортить все. Не, я, конечно, не спорю, Рафаэль хорош, но один он здесь ничего не сделает. Тем более, когда здесь Паукус, Хан, Черепашка Видения. Они слабые по уровням, поэтому я не вытяну здесь. Но зато я вытяну, скорее всего, Усаги. Ну что, начнем, наверное, да? Поехали, друзья. Черт подери. Что же они мне за команду-то такую подсовывают? Хорошо, что он у меня есть, да, Усаги? Тем более в платиновом ранге. То есть он мне как бы не обязателен.
Я не сильно огорчен, а вот вы, друзья, обязательно играйте сегодня. Копите, фармите ДНК на Усаги, потому что это имба, я вам серьезно говорю. Так, ну что, тут, наверное, у меня один Рафаэль, да, будет рулить, судя по всему. Так, давай-ка попробуем сделать. Да, Паукус тоже отгребает, к сожалению. Хан тем более. Да, только получается, что Рафаэль может ему противостоять. Ладно, давайте будем противостоять. Сейчас Лео, наверное... Нет, не упал. Воу-воу-воу. А вот это плохо, друзья, это массовая атака. Сейчас кто-нибудь да упадет. Хорошо, что он не повесил ни на кого постепенный урон. Это хорошо. Ну что, паутинку что ли бросить? Вот, шикарно. Ребят, я думаю, что в следующий бой вообще не стоит брать никого. Может быть, только если Паукуса. Но я сомневаюсь, что он здесь выживет. Так, 2 ДНК получили. Сейчас уровень будет какой? 50-й. Ну, давай мы с тобой, наверное, оставим Рафаэля и Паукуса. Посмотрим, вдвоем они смогут здесь справиться. Паукус мне нужен только для одного. Чтобы сделать массовую атаку. Если, конечно, он выживет. Потому что Усаги опять в гневе. Угу, нам повезло. Так, я сейчас, наверное, буду делать провокацию на Рафаэля. И Паукусом бомбить. Отлично, отлично, Грибок, ты сам напросился. Тебя никто не заставлял трогать Рафика. Так, ну что, встаем в провокацию. Сейчас, если даже Усаги будет бомбить, а он будет бомбить. Да ладно, решил пробафаться. Хорошо, твое дело, я не спорю. Ну, а мы... Даже, смотрите, ребят, даже Паукус здесь слабый. Ну что же, давайте наказывать Усаги. Так, и последний удар по нему. Давай так вот сделаем. Паукус, Паукус. Какой же ты ватный. Ну что, ребятушки, вторая победа на 3 звездочки. Отлично, давай попробуем третью каточку зарулить. Но уже даже без Паукуса. Один Рафаэль у меня будет. Ух, это жестко на самом деле. Но нам деваться некуда. Так, что он начинает? Ага, промахнись. Нет, не промахнулся. Так, ну что, грибочки свои получат? Да, хорошо, что он их на один удар, и они падают. Так, гриб, успокойся, пожалуйста. Ну что же, а дальше Рафаэль и Усаги Эдзимбо. Попробуем постепенный урон повесить. У нас получилось. Так, двойная атака у него. Мы ответку. И постепенный урон его добил. Слушай, как ты думаешь, если бы мы сейчас попробуем еще один эпизод прокатить, а? Я знаю, знаю, очень рискованно. Но вот почему-то хочется проверить. Мы 85-й, да, уровень? Здесь 70-й. Это, конечно, будет что-то с чем-то. Мне, конечно, стоило бы сюда взять, наверное, Паукуса. Я знаю прекрасно, что он здесь не выживет. Но как тебе сказать, он бы мог лишний удар принять на себя. Я вообще не знаю, зачем я это делаю. На самом деле, мне это все не нужно. Но мало ли кому-то будет интересно, что делать Рафаэль на 85 уровне. Вот с этими вот гаденышами. Так, давай, наверное, мы с тобой уничтожим гриб. Тут у него месть стоит, кстати. Ладно, уничтожим гриб, потому что здесь двойная атака. Опачки. А вот это не есть гуд. Так, давай этот гриб ушатаем. Ну все, ребята, один на один у нас. И теперь будем смотреть. Конечно, с двойной атакой он крутой, тут ничего не скажешь. Тем более у меня заблокированный. Раф, вот это да, вот это ты имба. Просто взял и порвал. Но если бы у меня был бы здесь Леонардо, поверьте, это было бы все намного быстрее. Ну что же, вот так вот, не напрягаясь, одним героем я прошел 4 практически эпизодов. Ну, считай первого, там такой разминочный был. Ну, а тут я думаю, что в 5-й даже суваться не стоит. Здесь, во-первых, 80-й уровень. Их 4, они меня быстренько здесь разберут. Так что, друзья мои, пока остановимся именно вот на этом. Платиновая. Вот руки чешутся у меня зайти сюда, ты понимаешь? Вот чешутся руки...
попытаться хотя бы. Давай-ка я все-таки рискну. Я знаю, что, ребят, мы здесь сфейлимся, но мне хочется посмотреть, понимаешь? А вдруг, как говорится, в глубине души я надеюсь на лучшее. А вдруг получится, а? Конечно, у нас все здесь не выживут, это я тебе точно могу сказать. Но надеюсь, что Рафаэль выживет. Вот, минус Лео уже. Еще не начали играть, а Леонардо уже у нас подбили. Плюс у них защита дополнительно идет. Это очень для них хорошо, для нас это плохо. Постепенный урон. Но этот урон у нас слабенький. Хотя, смотри-ка, стрелозада первого все-таки смогли забомбить. Сейчас мы с вами перейдем на вторую волну. Всего их здесь три. Ну, что я могу сказать? Здесь должно быть все хорошо. С этими роботами мы быстренько сейчас справимся. Тем более у нас получилось им снизить броню, снизить атаку. Соответственно, мой Рафик сейчас здесь повеселится от души. Вот. Так, смотри, смотри. Бедный хан. Ай-яй-яй-яй-яй. Ушатали хана. Ладно, будем мстить. Так, давай-ка плевок сделаем кислотный. Ага. Все хорошо, ребят. Так, Рафик, отлично. Минус Рокстеди у нас, потому что его подбили только что. Ну что же, значит, у нас в лидеры вырвался Паукус, да, и Рафаэль. Это хорошо. А кто у нас здесь? А, здесь же два голема. Ёлки-палки, один каменный, да, другой электрический. Это плохо, это плохо. Ну что же, начну, наверное, с каменного. Так, брать провокацию или не брать? Слушай, я думаю, что она меня особо здесь не спасет, провокация, поэтому мы будем просто уже атаковать. Ну, естественно, ну, естественно. А что они могли еще сделать? Конечно же, бомбануть мне бедного моего паукуса. Так, каменный упал. Промахнулся. Раф, давай. Зажигай. Так, а если еще разок? Но ответочка, и он готов, наверное, да, будет? Ну что, друзья, я вам могу сказать. Мы прошли, все-таки мы получим с вами хоть какой-то реворд. И это меня уже устраивает вполне. Ну-ка покажите, что мы там с вами заработаем. Мы заработаем с вами снаряжение мощь. Вот так вот. А куда нам пригодится снаряжение мощь? Я пока не знаю, ребят. 80 уровни, ну это будет сложно. Вот это будет сложно. Я думаю, даже не стоит тратить. Мы лучше с тобой, знаешь, что сделаем? Мы лучше с тобой три разика проролим. Давай-ка вот так вот сделаем. Да ладно, ну какие вот жетоны могут быть? Ну вы издеваетесь, ну какая вот карта? Блин. Ну Донателло видение. Ну вот смотрите, ну как они все-таки мне вредят? Тут такой классный набор, да? Рафаэль, Майки, Донателло, да? Лео, все видение. Нет, они мне подсовывают какие-то жетоны, какие-то карты никчемные, которые мне вообще не нужны. Ну, в общем, ребят, я могу сказать вам в целом, неплохо. По крайней мере, с Усаги все получилось нормуль. Нам не хватило мощей пройти два эпизода. Но это все зависит от того, что у нас, ребят, не прокачанные были ни Паукус, да, ни Хан, они очень слабенькие. Спрашивается, а почему ты их не качаешь? Друзья мои, если я буду сейчас качать Хана, Паукуса, то мы вообще с вами надолго здесь зависим. А нам нужно хотя бы сделать конкретную имбу. Вот Леонардо уже, смотрите, 97 уровень имеет. Тут ему еще 3 левела, и он будет соточка. Естественно, я от Леонардо сразу отстаю автоматически. Будем, наверное, сразу прокачивать, наверное, Рафаэля. Кто-то говорит, покупай мутаген за доллары. Ребят, ну это, я считаю, тоже глупо за доллары покупать мутаген. Когда его можно накопить, да, долго. Но ведь можно, доллары нам пригодятся на те же самые телепорты, откаты. Тем более на финале. Финал у нас когда? Сегодня у нас суббота, да? А, сегодня пятница. Завтра суббота. 2 дня осталось буквально, друзья мои, 2 дня. Поэтому купим бакинские. Покупаем потом с вами откаты и финишируем, чтобы нам быть, как говорится, в лиге мастеров 2 звезды. Я вообще хочу в идеале 3, но это пока мне недосягаемо. Ну что же, продолжаем тогда нашу турнирочку.
мы с вами на 36-й позиции. Также Лига Сёгунов 3 звезды, но это пока временно. Так, и я думаю, что мы с вами возьмем вот этого, Саян Шоу. Лео, иди ко мне обратно. Раз, два. Риск, это благородное дело. Возьмем с тобой, наверное, Криса Брэдфорда. И Змейка, нет, нифига, Армагошу. Почему Армагоша? У него очень хорошая массовая атака. Причем она, ребята, у меня не прокачана на имбу, да, на полную катушку. Но он вжаривает ей очень-очень хорошо. Так, минус двоечка сразу. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь смотрите, делаем астероид, и, по-моему, они все упадут. Да, вот поэтому я и взял Армагона, потому что я был уверен. Но если бы они вырвались, да, стали бы не Леонардо бить, а, предположим, того же самого Бакстера Муху, да, или Кирби, они бы стопудово его подбили бы. Тем более вы сами прекрасно знаете, что Микеланджело делает двойную атаку. Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас происходит с вами. 19-я позиция, максимум еще два боя, может быть, даже одним обойдемся. Так, Рейн, Мишель и Берсерк. Возьму-ка я, пожалуй, здесь Мишеля я возьму. Так, Лео, возвращаем. Почему Боксер Стоп, он так рвется в бой, а? Ой, как бы мне, конечно, хотелось бы. Вот если бы было бы много героев у меня, хотя бы 70-х, 80-х уровней, было бы круто. А у нас, ну что это такое, ну 51 уровень, 50-й. Это никуда не годится. Так, ну что, давай бросим паутинку, наверное, да? Воу, воу, Паукс, вот это ты круто вжарил сейчас. Мне понравилось, молодец. Как добивающий ты неплох, тут не поспоришь. Ну-ка. И... Нет, ребят, не перелетели. Что, всего 9 ступенек пролетели? Как-то... Как-то жидковато. Так, Болдур, Эндрю и Димка. Ну, давай, наверное, Болдура возьмем. Возьмем Болдура. Так, отвали. Раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5. Вышел зайчик погулять. Короче, сейчас будем с вами, ну, конечно же, все массовые атаки применять. И Донателлом, естественно, да, как добивающим, наверное. Ну-ка. О, шикарно. Вот сейчас было хорошо. Так, бросаем кунаи. Минус хан. И плевок смертельный от змеи Карай. У-ху-ху-ху-ху. Донни выжил. Но он всегда был крепким. Я уже много раз об этом говорил, практически в каждой серии. И вы сами, наверное, замечали, да, что он выживает от массовых атак только в путь. Все падают. А именно доники выживают. Ну что же, я вас поздравляю. Мы с вами обратно вернулись в мастер. Пока одна звезда. Попробуем с вами добраться хотя бы до 50-й позиции. Хотя, что-то такое предчувствие, что ничего не получится у нас. Ну что же, возьмем... Иди ты отсюда. Возьмем Зека. И знаешь, что я хочу? Раз, два, три. Риск, риск, риск. Причем очень-очень большой. Морозильная кошка, она как вата, да? Плюс хан. Но мы будем надеяться, что у нас вот здесь вот все получится. Так, отлично. Лео, пожалуйста, сделай. Я знаю, что ты с Зеком очень хорошо, да, работаешь. И я был прав, ребята. Видели, да? Зек отнял по четверти хп у противников. И Леонардо своей суперской вертушкой, конечно же, смог добить. То есть мы отыграли. Отыграли наших слабеньких персонажей. 84-я позиция. Так, ну что, давай, наверное, еще разочек попробуем. Но для этого нам нужны персонажи слабенькие. Здесь я пока таких не вижу. Эммануэль, Франческо и Кака. Ну, парень, ну извини, что ты Кака. Я возьму тогда вот здесь вот. Вот этих вот. Франческо, да, это... Лео, я вот не знаю, что нам сейчас делать. Давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. Сделаем через Зека. Господи, что я творю? Я просто иду на рожон. Ребят, я иду на рожон. Эйприл, уже 48 уровень. Ну куда, спрашивается, куда ты взял Эйприл? Ты ее хочешь к смерти приговорить? По ходу дела, да. По ходу дела я хочу это сделать, потому что... Смотри, что сейчас получается у нас. Да ладно, Лео, ты красавчик. Ты красавчик, он просто всех шмякнул, вот что я тебе скажу. И Эйприл выжила, а мы с вами получаем кубки в полном объеме и перескакиваем на 72-ю позицию. Отлично.
Так, давай дальше прицелимся с тобой. Шакила. Шакила, ну давай. 71 уровень уже, ё-моё. Тут особо сильно не забалуешь. Я предлагаю сделать вот такой вот маневрик. Раз, два. Конечно, глупо. Но кто не рискует, тот, как говорится, не пьет колу по утрам, ё-моё. Давай вот так вот сделаем. Естественно, будем на уклонение все это. А теперь, зэк, работай, родной, работай. Так, вот здесь опасно. Здесь Донателло стопудняк выживет. Да и не только он, понимаешь? Ой, сейчас будет люто. Сейчас кто-то упадет. Так, кого нам, наверное, надо... Куда ты? Вряд ли, конечно, он сможет его бомбануть, но попытка не пытка. Да, естественно, промахивается. Слушай. Щекотливая ситуация, да? Давай я, наверное, все-таки попробую Доника шмякнуть. Теперь мы с тобой уничтожим Рокстеди. Теперь. А что теперь? Теперь ничего. Теперь вот надо как-то... Давай попробуем так. Шипы. Хуча. Так, и давай, наверное, уничтожим с тобой Бибопа. Да ладно. Да ладно. Он выжил. Лео наш выжил. Ты представляешь? Эй, тихо, не надо буянить. Фух, нам просто повезло. Я, честно говоря, думал, что Леонардо просто упадет. Ну, он выстоял. Это, конечно, удивительно. Потому что Леонардо у нас был 46-го, ребята, уровня. А, извините меня, Донателло 73-го. Чувствуешь, да, разницу-то? Красавчик, Лео. Красавчик, не упал, как говорится, в грязь лицом. Порадовал меня сегодня, отлично. Ну что же, давай смотреть дальше. Тут у нас что? Эммануэль, опять же Франческо. И опять же Кака, елки-палки. Кака, ну ладно, Кака, давай поделимся с тобой. Раз уж ты хочешь. Кака. Давай возьмем, наверное, Железноголового. И попробуем еще сыграть вот таких вот двух персонажиков 46 уровня. Ну что же, как обычно, зэк, Лео и Железноголовый. Главное, чтобы у нас хватило с вами инициативы. Вы сами понимаете, да? Бросаем, крутим. Ну-ка. Неплохо крутанул. Неплохо, очень даже хорошо, друзья мои. Вот просто неожиданно. Он берет и всех ложит. О, четко. Еще двух персонажей мы с вами отыграли, слабеньких, который всего лишь 46 уровня. И мы с вами переходим на 49-ю позицию. У нас еще 5 откатиков. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Я их могу потратить, а на финале что у нас будет? На финале ничего, но у нас есть бакинские. И они еще подкопятся по соточке. Если 2 дня впереди, по соточке, это получается где-то около тысячонки, грубо говоря, мы с вами сможем заработать. Около тысячонки у нас сколько стоят откаты? Так, около тысячонки. Так, 10, 20, 40. 40 откатов. Слушай, ну 40 откатов это... Это шикарно, на самом деле. Это, так сказать, вызов даже. Может быть, все-таки у нас и получится. Главное, ребята, заходить вовремя в игру. Именно когда твои персонажи откатываются, сразу заходишь, бомбишь, неважно там. Хоть как-нибудь. Главное, не стоять на месте, продвигаться по чуть-чуть вперед. Ну что же, давайте также дальше продвигаться вперед. Ранг у нас 49-й, мы с вами идем в бой. Это, наверное, у нас будет последний, судя по всему. И выберу я, наверное, о, Лианочку. Давай Лианочку возьмем. Возьмем с вами Лианочку, возьмем, нет, Майки мы не будем брать. Возьмем сюда Зека и Бакстера Стокмана. И с ними пойдут у нас Алапекс и Кунаичи. Вот такая вот команда. Без провокаций, как говорится, мы с вами сюда бежим. Ну, как говорится, я знаю, что я делаю. Я просто подставляю всех. Вот и все. Ну-ка, давай вертушку сделаем. Лео, роняй всех. Красавчик ты мой. Но, к сожалению, сейчас, по-моему, кому-то достанется. А вот кому? Ой, еще и этим ударом. Зека? Ух. Ну, парень, ты уж извини. Нет, в принципе, я ему очень благодарен, что он начал бить зэка. Если бы он, бы, например, полетел в Алапекс или в Кунаичи, он бы снес ее. Это я тебе 100% говорю. Он у зэка-то видел, сколько здоровья отнял?
Немало. Так что это чисто фартануло. 34-я позиция, друзья мои. И у нас с вами последний, заключительный бой на сегодня. Так, Николас Лапутин. Ну, я думаю, что надо брать Асима. Давай берем вот так вот. И с ними вместе пойдет у нас Лео и Рокстеди. Хотя, на самом деле, мне бы лучше бы Донателло, наверное, да? Ух, вот не знаю, ребят, вот не знаю. Донателло, он как-то посильнее, посерьезнее, чем Рокстеди. Ну, для меня. Попробуем, посмотрим, что у нас получится. Так, я думаю, для начала мы начнем с массовой атаки. Может быть, наложим постепенный урон, а он у него нехилый. Так, ну что, на двоих повесить, на троих даже. Теперь делаем вертушку, и я думаю, что этого будет достаточно, более чем. Ошибочки, друзья мои. Этого было недостаточно. Так, Рок, кстати, упал. Донателло, хорошо, что он стал делать защиту, а не массовую свою атаку. А мы попробуем волну. Естественно, мимо. Нам нужно вот этого орла подбить. А ну-ка. И у нас это получается. И добиваем с вами Донателло. Могу тебе сказать, это идеальная была битва. Вообще все классно. Когда Усаги плюс Лео в одной пачули, а еще и Рафаэльчик там, да, висит, то это просто имбулечка. Никто ничего не может сделать. Я просто мечтаю прокачать их до 100 уровня, и это будет просто эпик. Да, кто-то спрашивал: Рэй, а кто у тебя любимый персонаж? Я вам говорю, ребят, любимый персонаж — это у меня Усаги. Вообще, он мне нравится, прикольный кролик. Такой, знаешь, ронин. Без хозяина. Ну что же, друзья мои, по-моему, на сегодня у нас и все. Больше мы с вами сделать ничего не можем. Так, единственное, что мы можем с тобой, это сюрикены получить. Вот, смотри, за 10 ДНК мы получаем 1050 сюриков. Это неплохо на самом деле. Так, а что у нас? У нас хватает. О, у нас хватает, друзья мои. Давайте прокачиваем до 6 ступени лазерный томагавк. Красава, красава, зэк. И нам остается с вами прокачать пассивочку, которая называется полный заряд. Нам нужно 5 очков, 8 комиксов и 10 кружек еще. Я думаю, в этом проблем никаких не будет. Кстати, если мы с вами накопим 330 осколков, а тут, смотрите, ребят, совсем немножко осталось, буквально 60 осколочков, да, то мы с вами сможем кого-то перевести в золотой ранг. А у нас в серебряном много? Ну, хватает, хватает. Так, это что нужно есть и для перевода? Как там посмотреть? Я уже все позабыл. Давно не апал старшиков. Так, секунду, сейчас я посмотрю. Так, а Шреддер... А, ну у него не хватает, еще 17 ДНК нужно, да? Понятно. Так, у Кунаичи 4 ДНК. Ой, прекрасно. На Лео всего лишь 9 ДНК. Слушайте, надо будет, ребята, этим делом заняться. На Рафаэля 25 ДНК не хватает. Кстати, на Ксивера Монтеса можно искать ДНК, между прочим. Что-то я совсем забыл. И мы тогда сможем его тоже прокачать. Ну, честно говоря, Ксивер Монтес так себе. Согласитесь. Массовых атак у него нету. Ну да, уклонение, баф. В принципе, и все. Но главное, чтобы у нас все герои были, как говорится, фуловыми. На 5 золотых звездах. А там же дело за малым. Найти, как говорится, платиновые осколки. Ну все, друзья мои, будем закругляться на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И обязательно увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, удачи и до скорых новых видосиков.